новая мемориальная доска, посвященная изданию в Казани первого тиража Корана, накануне была установлена в Казанском федеральном университете. Именно здесь почти 220 лет назад в первой в России мусульманской типографии в свет вышло 1500 экземпляров. Настолько выверено, проверено, чтобы не было допущено ошибок при печатании этого издания Корана. И сегодня, открывая стенд-табличку, мы воздаем должное нашим предкам, увековечиваем память о великом издании, которое известно во всем мире как «Казан Басмасы». В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие раис республики, ректор Казанского федерального университета, а также представители духовенства. Это событие имеет особую ценность не только для мусульманского сообщества, но и для Казанского университета. Решение об увековечении памяти о первом издании Корана в Казани было принято на ученом совете Казанского федерального университета в ноябре 2022 года. Исторически, если посмотреть, оказывается, типографии тогда были запрещены. Чтобы вот этот Коран здесь печатать, было разрешение там, царя, чтобы вот этот Коран появился. И он появился не случайно. Потому что это вот требовало время. Вот те войны, когда, значит, роль мусульман и работа с мусульманами для государства была государственной задачей. Отметим, что Казань стала широко известным в мусульманском мире центром печатания Корана. Почти за 100 лет в азиатской типографии было издано около 165 тиражей полного текста священной книги. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюз.